Привет, друзья! Сегодня вступительный такой небольшой ролик, вступительный на тему очередного шестого этапа тренинга. Он будет посвящен системе Петросяна-Смыслова. То есть, ну вот сегодня же у меня вышел ролик, где разобрана одна из моих партий. Ну и помимо этого, в том ролике будут в описании, в ссылке, небольшой чизбейсовский файлик с несколькими партиями, сыгранными системой Петросяна-Смыслова. Система очень надежная, ее в лучшие годы играли такие непробиваемые тогда шахматисты, как гроссмейстер и Петросян и Смыслов. Позднее ее взял на вооружение Анатолий Евгеньевич Карпов и сыграл там несколько фантастических партий, то есть показал несколько очень хороших, добротных идей зачерных. На этот раз я снова видоизменяю видоизменяю, блин, слово не могу подобрать. Расписание тренинга, скажем так. То есть раньше мы стартовали с того, что я читал лекцию, показывал ключевые партии и так далее. Здесь будет все немножко иначе. Каждый, кто запишется на тренинг, 19 мая получит цикл лекций по системе Петросяна-Смыслова. То есть я буду разбирать различные варианты, то есть один вариант, один небольшой ролик. И, в общем-то, цикл с этими лекциями, естественно, с файликами в формате ЦБВ. Каждый, записавшийся на тренинг, получит свое распоряжение. После чего несколько дней для изучения этих лекций. И в четверг обсуждение и ответы на вопросы. Потому что в любом случае вопросы, мне кажется, должны появиться. Если вопросы не появятся, я просто подкину еще несколько интересных партий. То есть мы разберем. Вот. 25 числа уже стартуем турниры на Личесе. И снова небольшое видоизменение. У меня было так. Один день мы играли, на следующий день разбирали. Здесь будет чуточку иначе. В субботу мы с утра играем, вечером разбираем партии. В воскресенье то же самое. Утром играем, а вечером уже разбираем партии. Я отвечаю на вопросы. Плюс в воскресенье опять же вышли небольшую подборочку партий для самостоятельного анализа. Ну и четверг 30-го снова у нас будет тематический турнир. Ну и, в общем-то, все видно в расписании. Да. То есть будет 4 тематических турнира с контролем 7 плюс 2. И 7 плюс 2. И общая продолжительность каждого турнира будет 1,5 часа. То есть каждый в турнире сможет сыграть примерно от 6 до 10 партий, ну, если кто-то быстро там сдался и начал новую. И, соответственно, как минимум 30 партий у тех, кто примет участие во всех турнирах, примерно наиграно будет за оба цвета. То есть, мне кажется, очень неплохая подборка для самостоятельной работы, то есть неплохая база, включая лекции и разбор вместе со мной. Плюс, конечно же, у нас будет индивидуальная консультация, на которую вы должны записаться. С предыдущего тренинга есть люди, которые так и не написали, когда им удобно со мной индивидуально позаниматься. Ну, что я могу сказать? Если и дальше будут так скромничать, останутся без очень важного элемента тренинга. Вот.
Ну что, по цене все то же самое. Цена та же, что и на предыдущих. То есть для тех, кто новенький, 2500 рублей. Те, кто уже занимался и кто особенно занимался с прошлого года, платят столько, сколько и раньше, если будут, ну, проявят желание участвовать в этом этапе тренинга по защите каракан. Ну вот, все, наверное, да, на этом с вами попрощаюсь. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. Подписывайтесь на мой канал, смотрите обучающие ролики, записывайтесь на мои тренинги, ставьте лайки, дизлайки и так далее.